Сколько раз уже мы видели, как этот самый флаг поднимается к сводам этого зала. Традиционный турнир ко Дню защитника Отечества вновь прошел в микрорайоне Лопатинский. Здесь, в Дворце культуры «Юбилейный», действует секция самбо, которая с каждым годом собирает все больше спортсменов под своим крылом. В младшей группе 35 человек, 58 в средней группе и старшая группа около 70 человек. Эта старшая группа уже непосредственно занимается боевым самбо. Вот младшая у нас основа – это самбо-дзюдо, спортивный раздел. Сегодняшний турнир, он посвящен такому, к нашему празднику, Дню защитника Отечества. Ну и так мне, как тренеру, это отбор для участия в выездных соревнованиях. На ковре много совсем юных ребят. В техническом арсенале у них только несколько видов подножек и одно удержание. Но это не делает их схватки менее напряженными, как и интервью. В разговоре с Даниилом Черняком слова у нас переплелись, как ноги во время зацепа. Кстати, именно они, ноги, не слова, позволили ему выиграть с формулировкой «за явным преимуществом». Не могло победить только нога. Помогла победить только нога или не могла? Могла. Помогла? Угу. А почему? Ну, потому что ей больше всего бороться, легче. Какой любимый прием у тебя там? Только подножка. У старших в списке лидеров Тимур Тошев. Ему не дает покоя слава Хабиба Нурмагомедова. Пробиться в UFC – его цель. В первый раз увидел, когда бой Хабиба, меня потянуло как раз-таки на спорт. Ну, в UFC я, естественно, не мог сразу пойти. Пошел на самбо, решил. Вот. Занимаюсь я здесь уже 2 года. Всего лишь одно поражение в 1 балл. Больше поражений не было. Боролись и девушки. Алина Салимова, гроза клуба, занимается 3 года на клубных соревнованиях одни первые места. В этот раз соперницу вжала в ковер и не позволила ничего предпринять. Она сильно вырывалась. Ну, ты ее сдержала? Да. Она сначала вырвалась, с лопаток ушла. И потом я ее полностью удержала. Праздничный турнир вышел таким, каким и должен, с победами лидеров, своими темными лошадками и, конечно, с амплитудными бросками, в том числе и эмоций. Александр Иванов, Владислав Максимов, новости из «Искровект».